точки зрения крупнейших стратегических консультантов в области развития экономики, Новороссийск, благодаря своему промышленному потенциалу, человеческому капиталу, уникальному географическому положению, инвестиционной привлекательности, может стать южным полюсом роста. Мы понимаем, что развитие региона без развития его важных частей, которые представляют муниципальное образование, конечно же, город Новороссийск, как не только город боевой славы, да, и город, который динамично развивается. И если вы знаете, по экономическому развитию в прошлом году город Новороссийск занял первое место в рейтинге, которое ведет Министерство экономики Красноярского края. Поэтому мы рассматриваем Новороссийск как центр развития вот Черноморской зоны. С приветственным словом к участникам стратегической сессии Черноморской экономической зоны обратился глава администрации Новороссийска Игорь Дьяченко. Потенциал у нас еще мощнейший, мы это прекрасно все знаем. У нас много градообразующих предприятий. Сегодня очень много вкладывается денег в развитие предприятий, в экологию в первую очередь, где мы самое пристальное внимание уделяем это экологии. Разработка стратегии развития Краснодарского края и Черноморской экономической зоны базируется на глубокой аналитике в изучении инвестиционного потенциала. Мы с вами объединим усилия и вместе подумаем о развитии Черноморской экономической зоны. Мы вместе с вами должны подумать о каких-то тонкостях, нюансах до настройки системы. Большое спасибо представителям и Новороссийска, и в целом зоны, которые активно участвуют сегодня в разработке стратегии. Стратегия идет и пошагово развивается. Экспертам важно определить ключевые точки роста Новороссийска, синхронизировать эти процессы с развитием инфраструктуры и экономики Краснодарского края. Для этого на встречу пригласили руководителей ведущих предприятий города, чтобы узнать планы развития предприятий на перспективу до 2030 года. Сегодня получился хороший разговор и, наверное, доброе начинание, когда все-таки разработчики стратегии разговаривают с бизнесом, когда задаются правильно вопросы, выслушиваются, задаются дополнительно вопросы, и при этом есть желание выстроить понимание, как двигаться дальше всем вместе. Потому что при прочитывании многих стратегий у меня очень часто возникало чувство, что не принимали участие, не спрашивали у самих бизнесменов, у руководителей предприятия, у учредителей предприятия, как они видят дальнейшее развитие своего предприятия, в целом многих предприятий в муниципальном округе, и чтобы соединить это в такое, наверное, большое движение Краснодарского края. Поэтому я довольна сегодняшним разговором. По мнению экспертов, Новороссийску необходимо развивать уникальные курортные возможности. Многие проекты города, направленные на развитие санаторно-курортного кластера, признаны стратегическими на краевом уровне. Посетив Новороссийский морской торговый порт, участники сессии утвердились во мнении, что главным приоритетом остается развитие портовых мощностей в целях создания на юге России крупного международного транспортного узла с передовой портовой технологией, развития транспортной и социальной инфраструктуры. Сегодня мы послушали тех бизнес-представителей, которые были сегодня. И вы знаете, такое впечатление очень хорошее, потому что когда ты смотришь не только, когда люди рассказывают о том, что вот где мы сейчас находимся, они строят планы уже не на просто месяц, два, год, два, а вы слышали, да, сегодня все говорят о 20-м, 25-м, 30-м, кто-то до 33-го года строит свою стратегию. Естественно, мы не можем строить стратегию региона в отрыве от них. Докладами и презентациями предприятий Новороссийска эксперты воспользуются при подготовке мониторинга и анализа социально-экономических процессов в Краснодарском крае в целях определения путей наиболее эффективного использования производственного и трудового потенциала, а также роста налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса края. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.